Привет, ребятишки! Какие же вы хорошие зрители! И ваши комментарии очень радуют. Я реально читаю все ваши комментарии и очень радуют, очень их много. Труп обнаружен. Вот зря сюда подошел. Сундучок. Я не зря сюда пришел, ребят. Реально не зря как-то. Ой, дверь закрылась. Как же мне, кстати, вниз пройти, а? За ширмы они не видят, значит. Танчжу! А, и за ширмы можно было убить, вау. Чего хочешь? И да, ребятки, я решил выполнить доп. Задание, ну что решаю, и так шел выполнять в любом случае. Меня сейчас спалят. Не надо меня палить, я сам выйду. Или он не успел. Фух, еле-еле. Я думал, все, сейчас смерть. Хватит меч доставать и убирать. Прыгай дальше. А, я хочу лезть за той штукой. Там тень чья-то, вот там кто-то ходит. Так, нам надо еще выше, ребята. Вопрос в том, как. О, вижу как. О, совсем все вижу. Да блин, почему она не защищалась? Она меч не достала. Почему она меч не достала тогда? Чтоб все сначала выполнять? Я даже сейчас не могу понять, где я, честно говоря. А! Мне реально даже сначала нужно идти тут. Ну что? Ну, почему? Нет, все, я не буду выполнять доп. Задание. Мне надоело, я не пойду туда снова. Я не пойду в Китай на как это на огород в очередной раз. Я уж покакал. На огород. Эй, не чужу та! Что-то я прям вперед рванулся. Я случайно чисто рванул, кстати, вперед не хотел. Честно, не хотел. Не, я не пойду туда снова, ребят. С меня одного раза хватило, что меня продинамили практически. Я там пытался реально что-то сделать, а игра взяла меня и выплюнула. Не, я туда не пойду второй раз. Реально, нет, просто нет. Это протест. Это протест против жестокого обращения с моим персонажем. Сдохни! Почему? Я, ребят, я иногда не понимаю, почему она не сдерживает удар. Я нажимал Си, даже несколько раз нажимал, и она все равно не отражает удар. Я не понимаю, что не так? Почему? Мне так нравилась эта игра, и она уже начинает меня раздражать, потому что она не работает. Так как должна. У меня такая проблема с играми в последнее время, реально постоянно то не нажимается, то не работает. Вообще давно у меня такая проблема с играми. Такой я требовательный человек. Опять, боже мой. Что-то, я не знаю, что со мной повод что-то не так, я уже криворучить стал. Я чувствую, я уже заслужил 10 дизлайков, но ладно. Просто я начинаю раздражаться, и все идет к чертям. Я нервный человек, у меня нервная работа и нервная жизнь, поэтому я быстро очень раздражаюсь. Ничего с этим не могу поделать. К сожалению. Еще у меня нервные родители, нервная семья. О, я могу долго жаловаться, ребят. Все, я не буду, наверное. Хватит с вас. Хватит вас мучить, у вас, наверное, все свое это есть. А что, за мной бежит этот чувак? Он влюбился, походу. Ладно, давайте попытаемся с ним подраться. Че, почему она не уклоняется? Это несправедливо.
Мир несправедлив, я в курсе, ребят. Чули! Давайте просто попытаюсь сбежать, потому что реально, мне кажется, он меня будет убивать еще раз 10. Он какой-то имбовый. Этот чувак, хотя такой же, как и другие. Я почему-то не могу его убить, понимаете? Она то не уклоняется, то меч не достает, то его убирает, и... А, я не знаю, что происходит с этой игрой. Это моя вина, конечно же, но что-то вот не прет, так что... Как запрыгнуть-то наверх? Есть вообще способ запрыгнуть наверх? Ладно, давайте этого чувака убьем для начала, там посмотрим. Не знаешь, что делать, просто перебей врагов, как бы там уже смотри, что будет дальше. Что? Двойной? Это нечестно! Они все стреляли одним, а этот двойным. Так, меня до сих пор мочат, ребята, так что, как вы видели, что-то не прет у нас. Я решил действовать несколько по-другому. Пройти надо в итоге, кстати, здесь, поэтому я вначале это не понял. Теперь я догадался, когда меня убили в последний раз. Догадался, вот где надо пройти. Вернешься, тебе же хуже, да, поэтому я не вернусь. Это реально как-то эта часть не пошла, ребят, не пошла эта часть. Ну как-то, бай, знаете, хорошо идет, прям играется, отлично, прям одного за другим мочишь, идешь дальше, проходишь, а бывает вот так вот, что не идет. На реально, день ото дня не приходится. И, кстати, я туда вообще иду, я что-то под немножко теряюсь. А, да. Туда иду. Основное задание там. Знаешь, что дополнительное пропустил, потому что реально уже надоело вот это основное. Или, наоборот, надоело дополнительно там лазить и... Я про половину пролез, как вы видели, и сдох, и просто меня это расстроило. Я подумал, не, все, не буду. Все, пошли в крепость, ребят. О, ребятки пришли из крепости. Так, надо пройти. Лучше, все, отлично, кстати, справились. Все получат по печеньке. Один только чувак, все пишут, что придут поздно. И не один я приду в 11:30. И один чувак, Джарвис, пишет, где все? Все, чувак, все позже придут, ты один там побудешь. О. Просто моя группа, знаете, нам отчасти на моей группе уже просто надоело отчасти, вот, знаете, постоянно приходить вовремя и все такое. Мы хотим заняться своими делами, и слава богу, я не один такой. Просто уже давно хотел, но... Мы постепенно все скатываемся в это дело. Но у меня есть причина, знаете, я снимаю игры. Поэтому они это понимают и нормально к этому относятся, что, типа, и, что я этим занимаюсь. И что мне иногда нужно побыть немножко дома подольше. И приятно иметь хороших одногруппников, правда ли? Я их одноклассниками называю. Ну, не знаю, потому что место, в которое мы ходим, пусть я и получаю там высшее образование, но оно называется школой. Потому что она как бы узкопрофильная. Именно поэтому. Как школа кинематографии, типа, она узкопрофильная. Там только кинематография, без, ну, всего остального. Потому что в университете, когда ты изучаешь кинематографию, там много чего больше получается. И там и литература бывает, и еще какие-то аспекты. А здесь как бы очень такой узкий профиль. Узкий, но и вместе с тем широкий. Потому что в кинематографии, ребят, очень много профессий. Там их тонны. От уборщика, скажем так, до режиссера-продюсера. Ну, уборщик, ладно, уборщик это не профессия, которая касается кинематографии. Скажем, от носильщика, от просто мальчика на побегушках, так это и называется.
Применение шумбяо для подъема. Используйте пенха, есть подобъект, который можно схватить снизу, чтобы взлететь на него. Отлично. Следующее воспоминание. I am the blade in the shadows. My prey is Yu Daeyong. Yun Daeyong. I shall walk into darkness and strike swiftly. No one will stop me in my hunt. Работорговец. 1526 год. Макао. Пробравшись в защищенную крепость Yun Daeyong, Шао Цзунь приступила к поиску следующей цели. Освободите рабов Yun Daeyong. Что ж, ребят, давайте, так как это новая глава, мы продолжим в следующей части. Спасибо вам за просмотр. Извините, что я немножко бомбанул. Все-таки я, у меня нервы не железные, иногда они бомбят. До следующей серии, ребят, и увидимся там, как бы... Может быть, убьем уже этого Yun Daeyong? Я его, блин, не Yun Daeyong, а Yui Daeyong. Суть та же, тот же чувак. Его надо грохнуть. И, скорее всего, это не будет битва с боссом, а будет как в прошлый раз. Он будет на балконе стоять, и его такой... Ич, ты сдох! Пока! До следующей серии, ребят, пока.